Доброго вторника, друзья, недоброго вторника, недруги. Послушайте этого гражданина Латвии. Кстати, надеюсь, что после этого ролика он гражданства не лишится. И хотелось бы выслушать комментарии латышей. Есть один момент, там очень много ненормативной лексики. Лично меня это не смущает, я сам грешен. И я не стыжусь того, что я русский и говорю на русском языке. Но на всякий случай предупрежу, мата очень много. Он по делу, но много. Так что если вам по ушам это как-то болезненно, то воздержитесь. Скоро выселят с этой страны нахуй, но наши правители, сука, блять. Это возможно только в Латвии. Наши гении, обосравшись ценами на электроэнергию, решили разруливать вопрос просто гениальнейшим образом за счет имущества своих горожан. Потому что теперь в 3 и 4 утра по всему городу вырубается свет нахуй. И по всему городу стоит такая кромешная темень, что все воры, которые, собственно, раньше в 3 и 4 утра, самое воровское время, пиздили диски, ваши машины, рули у дорогих BMW, фары у Volvo, хаты ваши выносили, теперь просто в раю, потому что нихуя не видно. Вот так сейчас в нашей европейской Латвии выглядят наши ночные улицы. Добро, сука, пожаловать в судную ночь. Теперь, если какой-то девушке не посчастливится оказаться в это время на улице, она будет идти с работы, то ей никто не поможет, потому что ее просто никто не увидит. Все маньяки просто в восторге, потому что это рай для них. И вы скажете: Максим, если тебе что-то не нравится, пиздуй на родину. Но прикол в том, что не видно нихуя, где родина, ведь не горит ни один блядский фонарь. Максим, тупой ты ватник, это же все из-за России происходит. Блядь, какой я вам нахуй ватник? Я самый главный патриот Латвии, я хочу понять, какого хуя эта электроэнергия производится? У нас, мы, блядь, ее производим. Потом мы продаем ее какой-то ебаной бирже, а эта биржа уже продает нам с наценкой в 10x. Наше правительство решает не послать нахуй эту биржу и нормально регулировать цены своим жителям. Они решают, что не... Давайте-ка жителей пошлем нахуй и порешаем вопрос за счет их имущества. У нас даже когда днем случается какое-то преступление под 7 камерами, наша полиция раскрывает дело в лучшем случае через 3 года, потому что у нас на одного следователя 1000 дел. Ведь у нас настолько неконкурентные зарплаты, не особо мотивирующие, что в полицию у нас идут, ну так, кому совсем уже некуда податься. А теперь, когда преступление произойдет кромешной ебаной ночью, никто нихуя не раскроет, и все, что у вас спиздят, никогда не дойдут. Ведь сейчас просто... глаз нахуй выколи. Поэтому ставьте секретки на ваши диски. Кто не знал, есть такие специальные болты с особым наконечником, что ваши диски не так будет легко скрутить. Ставьте секретки, паркуйте ваши машины на платной парковке. Теперь каждый сам за себя. Наше правительство создало все условия, чтобы ваше имущество теперь воровали просто на ура. Не знаю, насколько надо быть гениями, чтобы в самые воровские часы, в самое, сука, кризисное время, которое когда-либо было, когда у людей вообще нихуя нет денег, погружать весь свой город во тьму. Это просто, блядь, гениально.